Наринмаре накануне отметили День российского студенчества по традиции весело и креативно. Как отмечали праздник студенты Ненецкого округа, расскажет Василий Хатанзейский. Массовое катание на коньках День студента стало уже доброй традицией. Ежегодно 25 января центром притяжения молодежи становится ледовый каток, где для учащихся средних профессиональных учебных заведений проходят конкурсы. Конкурсы и эстафеты для местных студентов дали возможность не только провести время в компании учащихся из своих учебных заведений, но и познакомиться со студентами из других профессиональных заведений. Студент Наринмарского социально-гуманитарного колледжа Михаил пришел на каток именно с этой целью. Как ты решил отпраздновать сегодняшний день студента? Прийти покататься на каток, познакомиться с новыми людьми, узнать что-то новое от них. Может, я от себя поделюсь чем-нибудь. В студне принимали участие студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. Будущие юристы Даниил и Степан уже во второй раз отмечают День российского студенчества. Этот знаменательный день я решил провести со своими друзьями, одногруппниками. Сходить на каток. Ты как решил? Ну, точно так же. Меня вот Степа позвал, я вот и пошел. Студенческая жизнь для будущих профессионалов – это не просто изучение профильных предметов и отработка знаний на практике. Это и общественная деятельность, в которой ребята обретают новые и полезные знакомства. Что веселого в студенческой жизни? Что веселого? Конкурсы всякие. У нас проходит театр, вот есть театр. И иногда мы ходим туда, смотрим, ребята для нас делают представления, нам это нравится. Провести праздник со своими бывшими одноклассниками ради этого приехала студентка Мининского университета Полина Семяшкина на каникулы. День всех российских студентов совпадает с учебным календарем. 25 января является одновременно последним днем 21-й учебной недели, традиционным окончанием экзаменационной сессии первого семестра, после которой наступают зимние студенческие каникулы. Ну, у меня новогодние каникулы как раз выпали на День студента. У меня сейчас выходные в университете. И я решила, почему бы не провести с такой пользой дни в своем родном городе. А вообще, как тебе студенчество? Что тебе больше всего запомнилось? Может, за первый курс учишься? Да, первый. За полгода. Вот что тебе больше всего запомнилось? У нас, так сходу не сказать, но студенчество – это очень крутая пора. У меня очень классный коллектив. Мы всегда участвуем в каких-то мероприятиях, помогаем их организовывать, участвуем в научных конференциях, так как я будущий педагог. Студень выдался на ура. На протяжении всего вечера в адрес студентов звучали поздравления. Ну а сами студенты позволили себе немного отдохнуть от учебных лекций и повеселиться. В рамках праздника также наградили студентов-волонтеров, участников Всероссийского волонтерского движения «Мы вместе». Василий Хатанзейский, Антон Водряков, телеканал «Север».